труба ТЭЦ вон видна. Уже около 9. В общем, проголодались. Сейчас пойдем вернемся обратно на базу минут через 10-12. Пожрем, костерок пожгем, посушимся. Ну так, походу еще покидаем. Ну что-то грустно, короче. Яму обшарили, вот один мелкий ленок, который отпущен. И ничего больше такого нет. Вода прибыла по сравнению с прошлым разом. Она вроде на 10 сантиметров прибыла, но стала шире, стала бурнее. И, короче, переходить, как бы, вода такая холодная, судороги после нее возникают. Солнце еще не особо греет. Хоть оно вот такое яркое, солнечное, но, блин, прохладный ветерок, тут север все-таки. Так, где тут вышка радиоцентра? Я ее не вижу что-то. Где она? Вот она. Вот она, вот она. Все, пойдем сейчас обратно по старой протоке. Мы вот так по старой дошли. Яму обкидали одну. Ну, а на ту сторону сегодня не получается перебраться. Вот что значит большая вода. Ну, она небольшая вода, на самом деле. Можно, конечно, было. Было потеплее там, туда-сюда. Ну, как бы сейчас пока это. Ну и нахер. Здоровье одно. Как бы не хочется. Ну, просто не хочется. Не хочется, поэтому двигаем обратно вот сюда.